Забегай. Здравствуйте. Привет. Роман. Алексей. Спасибо. Очень приятно. Да не называйся. Не называйся? Нет, сейчас больше завтра будет. Куда хочешь идти? Красиво у вас. Да, спасибо. Хочешь сюда, хочешь сюда. А здесь, по-моему, прикольно. Тут плакат же. Хорошо, висит. О, свет, свет, хорошо, свет, наш друг. Плакат мой любимый. Это его любимый, а мой любимый здесь, плакат. Не, у тебя еще будет с мальчиком фуражки. У меня аж ноги подкосились. С мальчиком фуражки был при входе. Это называется, знаешь, идем я покажу. Все наш долго принимали. Партнер сказал, это семью, что подумаешь, тут... Во-первых, одни мужчины, женщины подумают, что геи работают, это не гомосеки. Поэтому он все равно сидит, что мы злые гомосеки, мы клиентов не поймем, надо правильно только строить. Не, вот это классно, у нее есть предыстория. Он на самом деле, я тебе рассказал, у меня была клиентка такая достаточно харизматичная молодая особа. И она очень резкая, ну такая. Она, знаешь, с мужским характером. И этот плакат заказывался ей, но она куда-то пропала, ну ее было жалко выкинуть, мы его повесили на стену. Ну, многих смущает. Ты Надежду Михайловну помнишь? Портнище? Да. Конечно. Она же обратила внимание на два плаката, ну вот на этот и на тот. Она сначала сидела, раз посмотрела, раз качки подняла. И не прокомментировала. Она комментировала на тот плакат, весело так. Круто.